Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц, на Мерси Радио. Еще позавчера все обсуждали интервью с Чачей Ивановым у Дудя. А тут порнофильмы, панки, борцы с системой в главном шоу на главном федеральном канале. Одна из самых популярных панк-групп в России на данный момент. Встречайте, впервые на отечественном телевидении порнофильмы. Нормально ли это, или это не по-панковски, true это или не true? Я решил почитать, что думают об этом люди, и просто зашел в комментарии под роликом с их выступлением на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант». Смотрим, что там в самых залайканных комментариях. И первый, что очень забавно, от аккаунта группы План Ломоносова, и написал он, цитата, «Панки хой, панк-рок революция». Второй, «На ТВ что-то для нормальных пацанов и девчонок, лайк не глядя». Третий, «Какой-то диссонанс, это группа на Первом канале». Ну а дальше сообщение в духе «Вот этого я вообще не ожидал», «Порнофильмы на Первом, да еще и с новой песней, супер шок», «Порнофильмы на Первом, никогда бы не поверил», ну и так далее. То есть все в шоке, но все рады. Есть вот такой вот забавный комментарий. Дальше я полистал ниже, и, конечно же, не обошлось и без комментариев с противоположными настроениями, типа «И кто после этого этот кал назовет панк-роком?» «Обычный попсовый поп-панк за косом под Offspring». «Настоящие панки борются с капиталистической системой, они становятся ее частью». Вот такой еще комментарий был. «Да-да, панки, Ваня, именно они. Я аж сам поорал. Панки рекламу на федеральных каналах не покупают. Говнари и позеры на государственном канале, почему все удивляются? Баба закинули и пиарится, или вы недоразвитые думаете, что Ургант и Эрнст их позвал, потому что они обалденная группа? Может, вы еще на выборы приходите в надежде повлиять на результат. Ну тогда у меня для вас плохие новости, вы долбоебы. Хотя долбоебами жить, наверное, легче». Конец цитаты. В общем, как мы видим по реакции людей, событие действительно резонансное, у каждого есть свое мнение, правильно это или нет. Что вы думаете о появлении групп типа порнофильмов на больших федеральных телеканалах? Хорошо или плохо, как вам такое, пишите в комментарии. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. No mercy!